Троих мужчин задержали сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии. Браконьеры в период нереста, используя две моторные лодки и запрещенное орудие улова, добывали рыбу вблизи поселка Нижний Ангарск. Двое из браконьеров ранее уже были судимы за совершение аналогичных преступлений. Транспортные полицейские обнаружили и изъяли 210 хвостов омоля, а также 5 рыболовных сетей общей длиной около 250 метров. Основателем Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Напоминаем, что в настоящее время на Байкале действует нерестовый запрет. В Северобайкальском районе он был введен с 20 августа и продлится до 15 ноября. В этот период запрещается добыча всех видов рыбы в акватории озера. Отмечу, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 1,5 миллиона рублей. Андрей Слепнев, новости дня.